Доброе утро. Проводили сегодня последние заключительные опыты по, значит, мощности и выходу КПД. Что показали опыты? Сегодня, значит, запуск был, значит, на полную мощность замеры на 225 ватт сети переменного тока. Подключили 8 лампочек, напряжение 220 вольт. В итоге получаем. Так. Выход 1108 ватт, вход 225. Итак, КПД у нас получается 4,924, то есть КПД 492%. До 5 не дошло. Стало немного напряжение опускаться. То есть, если поставить 9-ю лампочку, там будет уже не 220 на выходе, а 200. И, значит, просядет. То есть, больше она не дает. По-моему, 492, там 490 максимум. Далее. Прошли замеры на 7 лампочках. Когда подключили 7 лампочек. Получается выход энергии 975 ватт при запитке, опять же, 225 ватт. Итого при 7 лампочек на 700 ватт мощность КПД 4,33. То есть немножко меньше, потому что запас не использованный с 8 лампочки. То есть есть еще запас КПД. То есть это не то, что там оно меньше, а просто мощность старая, просто не использовали еще 62 сотых. Это одна лампочка как раз, сотка. И прошли, значит, последние замеры на 6 лампочек. Проходит за, значит, 866 ватт выход, а вход 225. И получается КПД у нас 384%. То есть при этом, значит, получаем, что у нас здесь на поклад? У нас, значит, получается 1108 ватт выход. Если с 1108 ватт отнять 225, 1108 минус 225, то получим 883 ватта можем получать чистой энергии. То есть можно получать не 550, как я считал, это замеры неверные, а 883 ватта. То есть, как я и говорил, осталось, значит, но на эту мощность инверторы мои не тянут. То есть еще надо, значит, у меня тут один аккумулятор надо хороший, второй. И инвертор помощней на... Тут у меня получается... На 1,5 киловатта, а у меня максимально там на 500, на 600 ватт инверторы. То есть инвертор, значит, приобрести инвертор на 1,5 киловатта и аккумулятор на батареях одну или три штуки лучше. Ну, пока одну, может, так, временно там, это не постоянная работа, и все так. Если кто желает помочь, пишите. С Новым годом! После Нового года, я думаю, все это уже закончим и можете ставить в гаражи. До свидания.